Ну что ж, всем огромный привет, с вами я, Ladderplay, и в этом видео про Лос-Анджелес Краймс я покажу вам абсолютно все коды в этой игре. Ну что ж, не будем тянуть, поехали. Первый код — это FPS, он просто показывает FPS игры. Второй код — это HUD, это чтобы скрыть игровые кнопки и также их показать. Третья команда — TimeSet. Ее можно писать в чате, вот так вот она пишется. Ну и также ее можно сделать проще, нажать 2 или 3 раза на своего персонажа, и у вас откроется менюшка. Тыкаете вот сюда и нажимаете сюда. И здесь вы можете либо включить день, либо его выключить. Четвертая команда — это Kill. Ее можно писать в чате, ну или же также нажать 2 или 3 раза на своего персонажа и нажать на самую последнюю кнопку в этой менюшке, и вас кильнет. Следующая команда — Hastebag. Она вам позволит одеть или снять сумку. Ее можно писать в чате, но я вам покажу способ опять проще. Заходите в эту менюшку и нажимаете вот сюда вот. Либо одеть, либо убрать сумку. Также в этом разделе, где вы взяли сумку, можно менять маски на своего персонажа прямо в игре. Нажимаете вот сюда и выбираете любую маску. Ну что ж, шестая команда — Сирен. Вызывайте любую машину и пишите в чате Сирен. И у вас появляется скин на машину Полиция. Ну и здесь можно сделать все проще. Берете, заходите опять же в менюшку, нажимаете вот сюда вот на Rollers. Эта команда позволяет менять роль на сервере. И выбираете любую роль, например, таксиста, и вызываете любую тачку. И у вас появляется скин на эту машину. Седьмая команда — включить или выключить дождь. Ее можно писать в чате. Вот так она пишется: Water Rain, чтобы включить дождь, и Water Clear, чтобы выключить его. Но здесь также можно все сделать проще. Заходите в менюшку и нажимаете вот сюда, вот, где вы включали день. И здесь можно либо включить, либо выключить дождь. Восьмая команда — это Leon. Это команда, чтобы дать новые эмоции своему персонажу. Эту команду писать очень долго, поэтому смотрите, как ее сделать проще. Заходите в менюшку и нажимаете вот сюда, и у вас появляется очень много новых эмоций. Следующая команда — Post-Rot. Она просто показывает координаты игрока. Представим, допустим, вас продамажили, вам надо быстро подхилиться. В этом вам поможет команда Heal. Берете, заходите в чат и пишите Heal. У вас становится абсолютно полный хп. Следующие три команды связаны с зомби. Если вы хотите призвать одного зомби, то пишите Summon Zombie, и у вас призывается один зомби. Если вы хотите чуть-чуть больше, то вы пишите Summon Zombie Group, и у вас спавнится 10 зомби в одном месте. А если вы хотите вообще много зомби, то пишите Summon Zombie Army, и у вас спавнится 100 зомби только в разных местах. Двенадцатая команда — Drink. Она сделает вас пьяным. Также, когда вы садитесь в машину с этим эффектом, то машина становится неуправляемая. Чтобы выйти из этого состояния, вам надо еще раз написать в чате Drink, и вы отрезвеете. Следующий код вам позволит заспаунить очень много машин. Вот так вот он пишется: Summon и любая машина. Допустим, Summon Zopra, и у вас спавнится одна машина. Потом вы пишете опять любую тачку, допустим, Summon King, и у вас уже две машины. Ну и так далее. 14-й код — это Frelox Mod. Он вам позволит вертеть камерой. Вот так вот. Следующий код связан с машиной. Берете, спавните любую машину и пишите в чате влог, и вы ее закрываете. Давайте я вам покажу способ быстрее. Берете, заходите в менюшку и нажимаете вот сюда, и у вас закрывается либо открывается машина. Следующий код — как вызвать NPC с оружием. Берете, заходите в чат и пишите Summon Rifle, и у вас спавнится один NPC с оружием. Ну и давайте под конец я вам покажу все коды из редактора, ну и всякие приколюхи. Погнали! Первое. Разбор машины. Он делается вот так вот. Заходите в менюшку, как обычно, и нажимаете вот сюда. И теперь двери и капот у вас открываются. Второй код связан с телефоном. Пишите 1999356237. Этот код включает лунную гравитацию. Вот так вот это выглядит. Третья приколюха — можно сделать эмоцию на NPC. Берете, спавните любого NPC и нажимаете на него 2 или 3 раза, и у вас появляется любая на него эмоция.
Четвертое, скин на маршмеллоу. Берете, заходите в скины и нажимаете на первого персонажа и выбираете ему маску маршмеллоу. И у вас получается этот скин. На следующее тоже связано с маршмеллоу, это танец маршмеллоу. Берете, заходите в эмоции и выбираете танец, и у вас появляется музыка. Шестая приколюха. Если вы позвоните по номеру 666, то вы услышите кряканье уток. Ну и также этот номер можно заметить на баннере в городе. Ну и что ж, давайте я вам покажу команды из командного блока, которые, возможно, вам пригодятся. Первый код, чтобы вызвать оружие. Пишите вот эту команду, главное поменять цифру. Допустим, пистолет это 1, автомат это 2, винтовка это 3 и так далее. Следующее, чтобы вызвать аптечку, которая реально хилит. Пишите вот так вот в чате, и у вас появляется на земле эта аптечка. Ну и последняя команда на сегодня из командного блока, это как вызвать канистру бензина. Пишите вот эту команду, и у вас появляется канистра с бензином. Это просто декорация, она ничего не делает. Ну что ж, ребята, вот такое видео на сегодня получилось. Ставь лайк, если я тебе хоть чем-то помог, ну и подписывайся на канал, чтобы не пропускать больше моих новых видео. Все коды из командного блока вы увидите в описании и также в закрепленном комментарии. Ну а с вами был я, LadarPlay, еще увидимся. Пока!